Доброго времени суток. У нас уже 25 июня. Скоро закончится первый летний месяц. Мы идем по улице Свободы. Вот есть неработающие магазины здесь. Один из них. Раньше тут был банк. Второй магазин тоже не работает. Дом с побитыми окнами. И рядышком, за деревьями, разбитый дом, частично поврежден. Это давно уже, вот эти руины, территория сельхозтехникума. Вот эти здания, сейчас это какой-то институт, может даже университет, точно не скажу. А это то ли общежитие, то ли еще что-то. Парадный вход. Рядышком цветет юбка. В последнее время часто попадаются цветы эти по городу. Клумбы какие-никакие остались. А так все заброшенное. Это вообще в 5 минутах от центра. Всем хорошего настроения. До скорых встреч. Пока.